Так. Просто, ну как, год на год не приходится. Иногда попадаешь на мой день рождения уже нормально. Арбузный запах слышно уже, да? А сорт один и тот же? У меня разные там есть. А как этот называется? Огонек? Не. Мне хорошо видно твои руки. У меня есть темные. И нож, и арбуз. А меня? Ради красивого. Ну тогда надо дальше. Вот так. Она не рот руда, как-то Хатомля написано. Правда, хатомлянский может быть такой вот маленький? Не может. Да, рановато еще. Рановато. Маленькие вот такие вот. Такие. Маленькие, да, эстетичные, а такие большие. Так, ребята. А серединка вывалила, значит, он такой есть. Высок, наверное, такой, да? Смотри, он уже спелый, однако. Да. Посмотрите, какие однако, то, что надо. Гнезда под семечками. Спелый, да. Я вот сейчас его крупным планом. И будет всем ясно, что это спелый арбуз. Ну что, мы потом всю эту коррекцию сделаем, доведем его до полной спелости. Нет, ну на самом деле он спелый. И даже можете не смеяться. Сейчас я попробую. Так, стоп. Вот так, раз. Вкуснятина. Я поднимаю. Я поднимаю этот арбуз. Так. Ах. Недельку, полторы, где-то недель 10 еще надо. Все, все нормально. Ну, к моему дню рождения. Я только подумала, да, на Олин день рождения будет уже. Хорошо, так. Более спелый. Мария Валерьевна, да, спасибо. Кончай съемку, давай, приступаем. Сейчас всем разложишь. А тут скажут, а этому не дала. Так как не дал? Этому не дала? И это Таня. Это так, Коля. Этому дала. А этот на халке его так поэтому. Не надо нас бомбить косточками. Да ладно. Нет, он так хрустит, заманчиво. Будет разлетаться.